живет он в Люсте. Ой, папульки, все утро уже в ленту сходил сейчас. Что-то вообще-то он на работу, наверное, взял. На работу, говорит, пить. Говорит, ой, это лента сколько дешевого. Так, мешки, пакеты. Чё? Две вещи почитай. 237 рублей? А, 300 лишнего. 300. Творожок. А, 376. Хлеб себе вот маленький такой, ты черный хотел, маленький. Лук, ну это на всякий случай, лук в основном. Сметана, все взял. Кстати, у нас подешевел лук по 37. Я взял маленький, у нас вообще там должен палочек, у нас последний там лук. Ручная работа, собственно, пекарня. Дарницкие. Творог, ну это который вот сейчас покушать, сметану. У меня большой, я сразу забыл. Ой. Вот это удобно. Собрались на улицу. Надо по делам сходить и к приставу. Сейчас первым делом к приставам пойдем. Паш, как это дело, сексуальное платье. Я говорю, знаешь, люди ходят в шортах, булки видно, блин, а тут ну, чуть-чуть ляжку. Кому мои ляжки нужны? Чуть-чуть титьку. Я еще думаю с собой веер взять. Жесть. Потеньку идем, потеньку. Пока еще только со двора вышли. Чуть детишек мало гуляют. На даче. Да. Сели в трамвай, и начали возможно. Понятно. Хорошо на трамвае доехали, но там просто надо было кое-куда тут зайти. Вот, а сейчас надо к приставам. О, Пашка план придумал. Пашка говорит, через парк Гагарина идти. Идем по Кутузова. Пока мы что-то металлургов перекрестки. Да. Нам надо до металлургов, да, перекрестка. По парк Гагарина, через парк Гагарина пройти. И на Кирове. Вот Пашка весь план придумал уже. Лучше не придумал. Да, пристав. Нам тут не петлять, это все петлять. Да. Мало кто гуляет. Это вообще не выносит. Кто отдыхает, тот или на даче, или на день в водолину лежат. Или в жаре дома сидят, блядь. Попекло так, тусоваться сильно тоже нет. Мало хорошего. Видишь, тоже вот как деревья пообрезали, и вот они обрастают. Прикольно. Жижечная, что такое? А, вайпы. Мы, считай, уже дорогу перейдем. Ночью обещает, да, дождик пошел? Показано, Лена, что в 10 вечера. По телефону, Я не знаю, будет, не будет, блядь. Ну, ночью пускай бы ливанул, там, в 12. Ну. Тяжелее бы было, забыл. Она по температуре-то не сильно опустится, низко. Завтра-то 29. Намного холоднее. Как бы мы, Лен, блядь, пешком, если все бы делали, бы ебанулись. Уже вышли на Металлургов. Какой Металлургов? Баркина. Парк Гагарина сразу. Тут там парк Гагарина дальше. Но пока идем здесь вот под березками. Бедные деревья, вон охота как их палить. Ну, сильно дождик будет вечером, ночью. Пролет уже будет свежее. Как сюжет, хорошо, температура теплая. Хороший, пускай, пролет. Не говори. Прям земля промокла, мали. Даже пускай... Сейчас,
птицы всякие разные. Ух ты, а, сорока трепещет. Тут такие заросли вообще. Так кто-то несется тут. Это мы уже часть парка. О, две сороки сидят на пеньке, она не видно. Трое? Вот еще одна, пошли. А. Ну, это, наверное, какие-то молодые. Фух. А это что, касса или что это? А? Касса или что это за будка? Трансформаторная? Ой. Так, здесь уже мы вышли на Спартака. Мне вот тут нравится прям. А? Как будто как кипарисы. Здесь елки. Здесь смотрите, какие встроенные уже обросли деревья. Как красиво. Ой, это как раз спорткомплекс, видите? Тут даже шишки. Красота. Раньше тоже здесь в бассейн ходила. Птенек, птенек. Вон она красная, не знаю как. Как раз где СМИ. О. Смотри, тут сколько, Паш, скульптур. Ученые. Смотри, девушка тут сидит. Да, я так и не видела. Как живая. Прикольно. Ну, скульптуры всякие. Класс. Ой, еле приперлись. Еле приперлись. Сходила к приставам. Сейчас попозже расскажу. Боже, так нельзя. Как будто мы в пустыне, в Дубаях. В Дубае. Так, значит, Пашка пиво в морозилку себе положил. Пошел поласкиваться. Что купили? Вот таких две пачки сухарей, потому что мои сухари съели. Вот такие луковые кольца. Вкусные батончики, большой и маленький. Вот эти провансаль. Что, он сломал одну? Да, батончики. Мои любители вообще этих булочек, батонов. Но больше взяли фруктов. Плоских персиков по 189. Надо то, чтобы полежали, они еще мягче стали. Так, огурцы по 89. А с утра он в нашем дороже брал. Продуктовый день. Абрикосы выбрали, которые помягче, по 159. Так, черри. Мне черри надо было для одного блюда буду готовить. И то стоял ценник 99, а так 119. Я говорю, по ценнику пробивайте. Помидоры опять просто взяли. Так, 149. Хотя сегодня утром покупал. Тоже подороже в нашем. В универсале подешевле получается. Ой. Так, тут что? Святой стольчик, это по купончику по игре. Батон это мне нужен для блюда. Это мы захотели пить. Я говорю, нафиг сладкую. Он говорит, она в холодильнике стояли, когда от пристава шли.
в Ситимо зашли. Так, это мы свой пирог на работу. Кириешки по купону. Это я себе одну. Так, вот это вот вторая. Яблоки. Мне так понравились яблоки по 129. Написано «Новый урожай». Они чем-то как на галу похожи. И нектарины. Тоже выбрали такие помягче. Так, они получаются 199 за килограмм. Ну, купить хочу. Вроде как солнце садится, и вроде тучки. Хоть бы дождь пошел. Я не любитель сладкой воды, но она еще прохладная. Так, сейчас надо убирать все это. Мне кажется, у всех так вода, вода. Ситимол там такая, ага. Я бы так же скутулил, ебать бы, пешком идти. Это с ума сойти можно, нет? Фу, эту... С дачи приволокла клинику, я там ходила в ней. Антиквариат, антиквариатный, да, да. Да? Не, я просто не помню, я стирал, нет. А может, я сразу, наверное, постирал ее, когда принесла. Мне кажется, я это, в корзину клала. Ну, так это сразу. Да, делай сейчас. А, когда ты одна была на даче? Да. Санька, когда мы ездили? Когда на день рождения. Ну, да. Тогда стирал, наверное. А ты что здесь включилась? А чтобы хорошо видно. Ладно. Так, что мне надо? Не могу, сейчас полосну за душ. Хорошо, скажи, после душа. Ой, мне надо. Мне надо. Что? У меня даже ласты загорели маленько. Вот так место. Плавники. Да. Сейчас. Ой, удобно. Мам, такой пепел нужен был выходить сразу. Это едет на другим транспорте. Я вообще сердце по нужде по какой-то такой сейчас он будет. Ну а мы по нужде пошли. Да. Просто мы даже если сама захотела ехать, мы, блядь, пошли, но мне сама. Ты представила, сколько идти пешком туда, 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 блядь. И все это по пеплу, блядь. Это труба, Лен. Это двойная нагрузка на организм. Потому что пожарнее, я тебе хотел сказать. Вот, не то, что там что мы много прошли, а пожарнее, чтобы такой. Я вот в бассейне ушла, прилежала. И трубочку мне с кегли раз поставили. Павел Матвеевич, шашлычок будете? Да. Да. Плотнее, легче. Это мы когда утешки пожарить, просто устаешь. Да, это вообще больше разморяет. Да? Ну, конечно. Да. Ну, знаешь, утомляет, а по этой жаре. Завтра вообще никуда. Тебе завтра что-нибудь принести? Я вот думаю, знаешь, как думаю? Я возьму одну воду. Не сладкую, а сладкое пускай дома. Если что-то понадобится, я тебе свитер там чем-то принесешь что-нибудь, ладно? Да. Я почему хотел тебе сказать, да. Все равно мясо у нас есть. Я не знаю, что ты готовить собираешься, что-нибудь самому поесть, что-то надо. Ну я утром с порошка поем, Лен, со сметанкой. А что сегодня что-нибудь, будем что-нибудь? Блин, твое вкусно есть. Ну сейчас я изготовлю. Вот. Достань мне это, помидоры черри. Банка, вот она. А завтра я тебе слушаю, я уже творожка поем, а там ты это. Лен, в обед можешь что-нибудь горяченькое принести. Mm-hmm. Это не раньше часа. Mm-hmm. Мне кажется, это блюдо уже многие видели. Да, точно, я еще не видел. Да, но мы еще не пробовали. Видеть-то видели, но не пробовали.
И простые дела, которые. Да. Это я специально к этой бумаге, да? Ну да, печь-то. Так. Да, где-то у меня щетки. Итальянский правый. Да, там можно прованский. Вот он деньги, когда получил. Надо приправу добавить. Надо мясо всякое песню добавить. Ну. Там я уже давно не покупаю. Ну, деньги, у вас. Да, у нас тут еще вот эту всю кучу надо разгребсти. Не, про мясо, там не снимки все эти дела. Просто надо будет там. Ну, сюда же брали раньше. Как раз вот эти помидорчики. Вот недавно они были по 79. Помнишь, мы домой брали? Ты правильно, смотрите, недавно ты черешню брала дешевле. Сейчас 400 рублей, ты посмотришь, а была по 200 с копейками. Пашка хотел еще черешню взять. Да, ну потому что ты где-то не 400 рублей. Нет, ну почему не надо, Лен? Я за 400 тебе в долг возьму. Ну, эти светки посмотри, отдам ей. У нее черешня, знаешь, как черная, прям спелая. Не, ну потому что, я думал, за та цена, не лучше. А? Пакетов-то этих не стало, когда мы брали, помнишь, когда все ехали, да? И то ли она куда ее убрали, то ли раскупили. Ну, а ценник-то под 400 будет меняться. Так, еще надо будет оливковое масло. Там еще как бы в рецепте мед, но у нас меда нету. Без меда, блин. Серьезно, мед нужен? Ну, мед и сыр поливать. Нифига себе, мед сладкий же. Я первый раз слышу мед. Не, ну ладно мед, когда, блин, болеешь, там что-то ешь, кушаешь. Блин. Болеешь. Не, ну это, да, чтобы мед поливать, там и сыр. Не, как-то не совместимо. Мед с резкими орехами совместимо. Ложечку меда, грецкого ореха, растолков, раз, и там скинул. Так, мне надо противень из духовки все это убрать. Ты напомнишь, что коробки тоже покупал все? Ну. Тут лучше, да? Я где перешел? Так они разные. Ну тут соленым. Ну, ой. Раз как ты взял соленый, говорит, я говорю, Лен, только пиво. Так, берете сыр любой с плесенью, мягкий, как сливочный или как его. Наверное, уже поняли, да, примерно, про что я. Так, надо надрезы сделать. Угу. Вот так вот режу сейчас. Угу. Вот так квадратиками, чтобы она. Мам, я понимаю, я могу спросить, я распробовал смесью, он вкусный. Да. Так, помидорки, значит. А, нет, батон, давай батон. Специально взяла мягкий, порезанный. Знаешь, какой батон? Отрубной какой-то, Лен, да? Честно, вот этот? Да. Он нормальный, Лен. Там калорий меньше. Это не такой, как вот резанный, там какой-то с отрубями маленький. Ну, да, что-то такое есть. Да, это нормальный батон. Вот так по краям. Потом, смотри, вот так берешь, вот так макаешь, ну, и помидорку. Я помню, когда... А тебе показывал же. В Ютубе там в этом дело. Ну что, очень говорит, колбаску то не будешь? Нет. Колбаску, тебе что, пицца тут уже? О, как мы домашнюю пиццу делаем. Так, нам в этот холодильник убирай. Давай, я чуть не сбил, мама. Ой. Холодильник убирай. Так, надо это. Давай. Вот это все достать. Куда бы сложить? Опа. Уберу все. Так, надо чуть-чуть нагреть. Да.
Помидорки тоже надрезаем. Угу. Может, эти ножиком надрезать? Как розовцами? Может, он тем, который зубцами лучше? Давай. Мне кажется, он получше лежит. Не, ну ты, я имею в виду, что можно он там взять, просто по зубцами он прям нормально прям его поменял. Да. Так. По краям все. Надеюсь, видно? Я так его давно хотела попробовать, это блюдо. Это серьезное блюдо. Ну, сейчас попробуем, как оно. Неужели дома, блин? Ну, пошли там с тобой нормально. Это мы еще сократили путь как-то. Чтобы на трамвай доехали. А по какому заметку? Сама знаешь, какую позвольку. Так. Останется помидорки просто так. И на что тебя еще на время? Ну пусть на время сейчас этот. Ты уже включил духовку? Да, чтобы напеклась и нагрелась. Угу. Так, значит, все это забрызгиваем оливковым маслом. Аня! Ну потом что-то, А ладно, думаю, скажи. Конечно. Но все равно в наушниках. Сейчас сделаем, ладно, потом ладно, уже. Ну не по этой. Это про что? Ладно, что занимайся. Так, чуток посолить. Там итальянские, либо прованские травы. Все это дело посыпать. О, тоже так пахнет. Кстати, тоже оно. Угу. И вот как на сыр я смотрела. Что больше-то? Офигенно. Так, и немножко этим лимонным соком сбрызнуть. Все, вот эту красоту отправляем в духовку. Вот такая, смотрите, красота. Вообще, да, божественно. Все, отправляем в духовку. Минут на 15-20. Батончик позагорел, да, Лен? Ну. Не торопись ты. Спасибо, Ася, ты продаешь или другой размер? Да, конечно, продаю. Вау, смотрите, какой шикарный. Все, мои хорошие, на сегодня я заканчиваю, потому что видео будет длинное, и сейчас вторая часть у нас будет. Ты мне еще вино не налил. Все, всем сказали же пока, до следующего видео.